Всех приветствую, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Анжелика. Это видео некое введение к моим урокам, которые я решила все-таки показывать на своем канале. Кто впервые заглянул на мой канал, скорее всего, что еще не в курсе, я в свое время в 1988 году закончила курсы по вязанию. Эти материалы все хранятся у меня вот в такой тетради. Я уже говорила, кто смотрит постоянно мой канал. Я хотела эти материалы осуществить их в видеоматериалах, то есть показывать. Я считаю, что как бы эти уроки будут полезны для той аудитории, которые начинают только вязать, хотят научиться. Здесь на этих курсах нам давали самые начальные азы, которые существуют в вязании. Так как этот материал проходил еще очень давно в бывшей СССР, то кто-то скажет, что этот материал стародревний, но это некая такая база для вязания. Я удачно ею пользовалась на протяжении всего своего периода, который я вязала. Набиралась опыта по этому материалу и по тому материалу, который сейчас очень его много в интернете, на YouTube, и всевозможные видео есть, видеоуроки. Но тот, кто начинает вязать, я думаю, что мои уроки будут полезны. Эту тетрадь я еще хотела осуществить видеоформат такой и для себя, потому что есть вещи, которые я здесь использовала очень часто, пользовалась ими. Есть, например, очень много узоров, которые я вязала, допустим, только один раз, или либо они мною были записаны на курсах, но не провязаны. И, судя по записям, сейчас сложно сказать, насколько этот узор красивый. Поэтому я решила весь этот материал осуществить в видеоформат для тех зрителей благодарных, которые смотрят мой канал, и в том числе и для меня. Мне будет полезно иногда просматривать эти видео. Я иногда пользуюсь своими мастер-классами, потому что много проектов, которые вяжутся, забываются, и техники, которые есть, многочисленные, ты провязываешь, а потом через некоторое время это немножко забывается, если ты не часто пользуешься этой техникой. Поэтому я буду рада, если будут заходить девочки, которые хотят обучаться по этим видеоурокам, и буду благодарна тем, кто понимает и уважает труд мной, который будет осуществлен, потому что эти уроки требуют очень огромного времени. Я планирую их выпускать с такой периодичностью, чтобы можно было немножко попрактиковаться после данного какого-либо урока, чтобы было время что-то связать, закрепить у себя в памяти, и по периодичности они будут выходить, я думаю, может быть, раз в неделю, может быть, реже. Все будет зависеть от моей загруженности, потому что параллельно я буду все-таки заниматься всеми своими проектами, которые я хочу осуществить, и по мере возможности эти уроки будут выпускаться. Параллельно будут выпускаться узоры из этой тетради, они будут отдельно именоваться, я их буду нумеровать. Мне будут тоже они полезны, потому что, скорее всего, что некоторые узоры меня, возможно, сподвигнут на какие-либо проекты, вдохновят. Весь материал, который будет даваться из этой тетрадки, он будет в той последовательности, как для начинающих. То есть это будет сначала подбор спицы пряжи, как можно рассчитать количество пряжи, допустим, лицевые, изнаночные, какие способы наборов есть и так далее. То есть в той последовательности, как материал отдавался нам на курсах, так я и буду эти уроки давать по мере возрастания и сложности. Конечно, в свои уроки, если будет время позволять, я буду давать что-то новое, что я приобрела для себя и пользуюсь сейчас часто. Возможно, уроки, да, я думаю, что уроки эти будут немножко длинные по времени, поэтому я буду этот материал объяснять досконально, разжевывая, пережевывая, объясняя так, чтобы было понятно той аудитории, которая только начинает вязать и желает чему-либо научиться. Большая будет просьба и благодарность проявить уважение ко мне, чтобы у меня хватило сил и энергии закончить этот курс до конца.
И тем, кто закончил институты педагогические по вязанию, большая огромная просьба использовать все свои силы только на доброжелательные комментарии и поддерживать тех девочек, которые желают научиться. И есть возможность это выполнять на одном канале, искать этот материал в одном формате. Уважительная просьба будет для тех, кто очень знаком с вязанием давно и имеет большой опыт, воздержаться от поучительных комментариев, дабы не обижать всю аудиторию, которая смотрит мои видео. Я буду стараться показывать все досконально. Возможно, что-то я буду пропускать, потому что есть вещи, которые невозможно в одном уроке все это преподнести. Поэтому по мере возможности я буду показывать и рассказывать все, чему нас учили конкретно на этих курсах. Все остальные видео, которые будут выходить параллельно на моем канале, будут, конечно, и о моих процессах. Там будут уже мастер-классы по более сложным изделиям или по либо каким-нибудь другим моим изделиям, которые я выполняю, или другие рукоделия. На этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам успехов, удачных проектов, успехов в познание этого материала. Я понимаю, что сейчас очень много материала нового на Ютубе, совершенного, очень много книг, курсов и так далее, но давайте вспомним о той аудитории девочек, у которых нет возможности купить дорогие книги, дорогие уроки и так далее. Пусть они обучаются и передают это знание всем остальным поколениям, которые будут впоследствии учиться этому, потому что, например, крючок я очень хотела изучить, и узнав, что соседка у нас по площадке очень хорошо вяжет крючком, я просто на вечерок зашла к ней, попросила, она мне показала буквально воздушную цепочку и накиды, и самые такие азы, поверьте мне, что у этого человека не было никакого образования педагогического по вязанию крючком. Она мне показала просто-напросто обычные азы, и я впоследствии потом научилась и схемы читать, и все остальное, и довольно-таки сейчас также вяжу крючком, как и спицами. Поэтому, если объяснения будут для вас понятны, я буду рада видеть вас на моем канале и желаю вам успехов в ваших начинаниях. Давайте будем вежливы, добрыми и взаимоположительными к всем, кто участвует и присутствует в гостях у меня на канале. Всем до новых встреч, всем до новых видео, всем пока!